Монета 1 рубль 1979 года. СССР. Ленинградский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупная цифра 1 с горизонтальным рифлением. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Рубль». Ниже указан год чеканки монеты. Дата 1979. Слева и справа полукругом расположены колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. По 3 листа на каждый колос. Колосья пшеницы на монетах символизируют богатство и изобилие. Дубовые листья символизируют мир и силу. В нижней части реверса колосья соединяются вместе в единый венок. В месте соединения имеется морская ракушка. На аверсе монеты, в центре ее поля, расположен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. По числу союзных республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Герб упрощен и не имеет надписей на лентах. Всего 15 лент. Нижняя лента символизирует РСФСР. Остальные ленты символизируют остальные республики. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда с четко выраженными гранями. Вокруг герба, по кругу вдоль канта, прописана аббревиатура государства «Союз Советских Социалистических Республик». В самом низу аверса расположена пятиконечная звезда. Гурт монеты гладкий, с вдавленными надписями. 1 рубль и датой 1979. Вдавленные надписи разделены двумя вдавленными пятиконечными звездами. Монета изготовлена из Низильбера марки N10. Это сплав 58% меди, 30% цинка и 12% никеля. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе. Вес 7,5 грамм. Диаметр 27 мм. Толщина 2 мм. Тираж выпуска составил 130 тысяч штук. Монета имеет две разновидности по аверсу. По реверсу, извиняюсь. Хорошо видны разновидности в форме листочка, который расположен под второй девяткой даты чеканки. Вот под этой девяткой вот этот листик. Вот этот листочек бывает с выкусом, полукруглый выкус, как на монетных браках бывает.
на заготовке, вот такой полукруглый выкус. С выкусом монеты стоят в среднем 1500 рублей. Без выкуса, как здесь, вот, в среднем монеты стоят 3000 рублей. Конкретно эта монета была куплена за 2400 рублей.